Così, ki je odjeknila v skladišču goriva blizu Stepanakerta, je umrlo več kot 200 ljudi. Med žrtvami sta bila tudi Marinin brat in mož. Он даже когда ушел, я даже не успел попрощаться, кстати, я ребенка укладывала спать. Он даже двери в комнату не открыл, просто коридором позвал, сказал, а вот мы за бензином пойдем, наверное, найдем и уже в путь отправимся. Дружине Агаян се je življenje по смерти njihovih najbližjih обрнило на glavo. Марина je ostala сама с 3 сыновьями.